Саровчане. Я хочу поздравить. Поздравляю всех с Новым годом. Дорогие саровчане. Дорогие друзья. Здоровья, счастья, благополучия. Хочу передать привет всем жителям Сарова. Что я вам хочу сказать. Проект, который так и называется, хочу сказать, на канале 16 продолжает свою работу и будет работать еще долго, долго и долго. А вот все почему. Потому что оказалось, что вам, друзья, есть что нам сказать. И есть что сказать своим родным, близким, коллегам по работе, кого-то поздравить с днем рождения или даже просто передать привет. Ну а раз вам есть что сказать, мы хотим предоставить вам такую возможность, друзья, поздравить родных и близких, передать привет или даже на кого-нибудь пожаловаться. Все это в проекте «Хочу сказать». Каждый понедельник в 6 вечера и каждую пятницу в 11 утра здесь, в торговом центре «Атом», этот баннер будет ждать именно вас. Приходите, будет клево! Говорите, и вас услышит весь город!